Привет, ценные громаны, и сегодня мы с вами поиграем опять в игру от EDBC Games, или, блин, забыл, как называются разработчики, но как-то EDBC как-то там, EDBC как-то там, вот так называются разработчики. Прошлая игра про симулятор автобуса от них же мне очень понравилась. Жму рейд, наверное. Не то. Мне понравилась прошлая игра про симулятор автобуса от этих разработчиков. И думаю, эта игра тоже понравится. А как мне выйти? А, вот так вот. А это что? Ладно, проехали. Так, quick play. Быстрее играть. Ух ты ж, пух ты. Так, давайте сразу первую камеру, короче, включим. Я знаю, как здесь управлять, короче. Наверное, так же, как и в симуляторе автобуса. Блин, почему на iOS нельзя сделать такие же игры? Качественные, классные. Скажите мне, пожалуйста. И... А, это типа колонки, да? Понятно. А, вот что это. Что это? Так должно быть, кажется, да? Правильно, верно. Нифига себе, какая мелочь, но очень приятная. Реалистичная. Но здесь ходить, я так понимаю, нельзя, да? Ну, открыл дверь, что дальше? Да, ходить нельзя. Странновато, глуповато, ну да ладно, ребята. Так, вот видно у нас по навигатору, куда ехать. В принципе, что камера здесь сама поворачивается, когда отпускаю палец от экрана, это очень удобно, должен признать. Мы, кажется, в Англии, да, не знаю, какой город, что здесь левосторонний рух. Ой, правосторонний рух. Опа, давай, пацан, вывалися. Здесь я никого так и не подрезал, никого не стукнул дверью. Благо, зеркала здесь рабочие. Нужно будет как-то и в другие симуляторы поиграть от этих же разработчиков. У них реально годные игры. Хоть где-то еще в этом мире есть годнота в Play Market. Что это за красненькое я нажал, а? А, это типа тормоза. Ну, смотрите, если я их нажимаю, то...
Я по-прежнему могу разгоняться. Очень странно. Ой, что-то выехал на другую полосу. Странно. Извиняюсь. Нет, тут ничего странного нету. Задумался. А аномалии в этом грузовике. Физика здесь, конечно, не очень, но на 4 звезды сойдет. А вот только куда я еду, фиг знает. А понятно, здесь только один режим фару, ну да ладно. Ой, как-то... Ой, рука зачесалась, извините. Как-то не... как-то странненько ехал вот этот вот эвакуатор, который впереди меня, или это грузовик. Вот что с этим вот мерседесиком, вот этим вот минивеном, а? Что-то не так. Угу, мне страшно к нему приближаться. Просто посмотрите, что он творит на дороге. Странно, что он еще никуда не врезался. Так, что я со своей полосы сползаю, а? И вот что это за зеленые треугольники у меня на радаре? Я синенький треугольник, а то зеленые. Что это значит, не знаю. Если я не разберусь до конца видео, можете мне написать в комментариях. Если кто-то из вас, конечно же, знает. Но можете свои догадки писать, что вы думаете. А окно на проветривание тут открыть можно, да? А зачем? Если я могу просто открыть двери и проветриться, а? Дышим свежим воздухом, и так нету никого на... А, нет, там есть грузовик, ладненько, закроем двери. Плавненько я, кстати, двери закрыл, плавненько. Немножко ушатывает наш грузовичок, наш пикап. Хм, когда же я приеду на место назначения? Мне кажется, я здесь быстро торможу. Нет? Нет? Хм, куда-то я уже приехал. Дайте угадаю, сзади меня опять какая-то бездна. Что ты стал? А, это Скания. А что она стала среди дороги? Я понимаю, если бы я был на сервере, мне могло бы лагать. А тут автобус плавненько приехал. Походу застрял. Ладненько, я выезжаю. А, это я случайно нажал на гудок. О, он уже едет сзади меня. Будто он специально меня ждал. Это что, погоня? Такой бах. Все связано с этой бездной. Ух, что за аномалия там творится? Ну блин, могли бы хотя бы написать, сколько мне еще километров ехать. Так, я, кажется, оторвался от того автобусика зелененького, странненького. Куда ты так ушатываешься, бро? Ой, какой там трафик, ля. Да его так просто не объедешь. Не об... Да, не объедешь. По треве не буду, дур там шипы и все такое. Ну, это совсем не ПРП.
А зеленый автобусик меня наздогнал. Это не удивлено. А если рискнуть и сделать обгон? Хотя, нет, еще не буду. Еще плохой вид. Сейчас же на горку поднимались. Ну, сейчас попробую. Была не была. Ой, мне крипово. Слепой поворот, слепой обгон. Тупой, Рома, тупой. Вот это дрифт. А теперь попробую выехать. Смотрите, какие здесь пробочки. Ну, трафик какой плотный. Туговато камера поворачивается. Ладненько, так проедем. А так можно было? Можно, можно. Ой, сколько же здесь треугольничков. Ладно, поеду на вот этот вот. А, не туда нажал. А, нужно было выключить фары, чтобы увидеть кнопки. Прикольненький симулятор пикапа. Все, я наигрался, в него больше играть не буду, но думаю, еще поиграю в игры, другие игры от этого разработчика. Точнее, симуляторы. Окей. Будем уже с вами заканчивать. Спасибо, что досмотрел этот видос. Тебе огромный респектос. И себе подписка, лайкос. А я тебе говорю, до свидос.